Друзья мои, сегодня первый ДШРБ «Волки» у нашего комбрига день рождения. Давайте его поздравим, пожелаем ему счастья, здоровья, крепкого сибирского здоровья, крепкого духа, настоящих рядом друзей, чтобы все было и все получалось. Так что, комбат, тебя с днем рождения. И также поздравим Юрия Николаевича, у него вчера был день рождения. Он нам всегда помогает подсобраться, покрасить машины, их отремонтировать и отправить нас в дорогу. Слава Богу, едем, никаких проблем нет. И не забываю, что 7 октября у нашего президента приглашаем его в гости к нам в бригаду «Волки». Конечно, не приедет, но все равно приглашение пусть примет. Ребята, на самом деле у нас очень много хороших людей, которые рядом с нами. Мы растем. Вот ребята со Свердловска тоже хотят быть с нами, сотрудничать с нами, рядом идти. В общем, рельсы наши большие, толстые, тяжелые, железные. Я думаю, в Свердловске тоже надо там расшевелить все, потому что там либерасты уже просто охуевают. Страшные люди. Особенно этот Ельцин-центр, блядь. Кто крышует, надо еще все выяснить, блядь. Мы теперь поняли, что либерду всю эту, лободу, блебеду, нахуй, хуйки, куйки, блядь. А не лороки, нахуй. У нас крышует, блядь. Димка Песков, ёпта, усатый нянь, нахуй. Вот такие, ребят, дела. В общем, комбриг, тебя с днем рождения.